Директор компании «Татком» Антон Семенов, фигурант уголовного дела о присвоении земель СПК «Рассвет Севера», останется под стражей. Судебная коллегия признала законным постановление Наринмарского городского суда, по которому срок содержания под стражей продлен до 22 февраля 2020 года. Как сообщает пресс-служба суда Ненецкого округа, обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия. Его местонахождение длительное время не было установлено. Семенову предъявлено обвинение в присвоении совместно уже с осужденным директором СПК «Рассвет Севера» Ольгой Каневой, принадлежащих сельхозпроизводственному кооперативу «Пастбищ» площадью свыше 1 миллиона гектар и более 8 тысяч северных оленей на общую сумму более 33 миллионов рублей, а также в неправомерных действиях при банкротстве. Уголовным кодексом России максимальное наказание за эти деяния – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет. Депутаты регионального парламента рассмотрели изменения в окружной закон об образовании в Ненецком округе. В частности, законопроектом уточняется период предоставления дополнительной компенсации расходов по найму жилого помещения. Как отметила исполняющая обязанности руководителя окружного профильного департамента Лиана Храпова, в соответствии с окружным законом педагогическим работникам детских садов, школ и среднепрофессиональных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Наринмара и поселка Искателей, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения. Правом на компенсацию могут воспользоваться специалисты, которые не обеспечены жильем и состоят на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений. По словам Лианы Храповой, в настоящее время количество получателей составляет 23 человека. В настоящее время компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не более 10 тысяч рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина или не более 15 тысяч рублей на семью. Проект законопроекта планируется рассмотреть в двух чтениях на предстоящей сессии в региональном парламенте 13 февраля. 9 февраля поздравления принимали работники гражданской авиации. В преддверии профессионального праздника парк единственного в Ненецком округе авиапредприятия пополнился еще одним новым вертолетом. Ми-8 АМТ был собран на Улан-Удэнском авиационном заводе. Именно оттуда его перегнали в винтокрылую машину. Вертолет оснащен современным навигационным оборудованием и внешними дополнительными топливными баками. Подобная техника уже имеется в парке авиапредприятия и пользуется повышенным спросом у недропользователей. В ближайшее время в столицу Заполярья должны пригнать еще одну винтокрылую машину. Так, по словам Валерия Ступчука, предприятие с небольшим опережением выполняет программу «10 лет, 10 вертолетов». Добавлю, по итогам работы за 2019 год на собственном авиапарке Наринмарского объединенного авиаотряда было перевезено более 85 тысяч пассажиров, из них 25 тысяч по местным воздушным линиям и более 60 тысяч на месторождения и нефтепромыслы, а также порядка 250 тонн грузов на населенные пункты Заполярья и более 4,5 тысяч тонн грузов для недропользователей. Почту чартером в Заполярье выполнен первый грузовой рейс в рамках договора о своевременной доставке корреспонденции в отдаленные населенные пункты региона между Наринмарским объединенным авиаотрядом и Почтой России. Первый чартерный рейс был выполнен самолетом Ан-2. Крылатая машина доставила в Индигу порядка 700 килограммов посылок и корреспонденции. Напомню, договор на выполнение чартерных рейсов был подписан генеральным директором Наринмарского объединенного авиаотряда Валерием Оступчуком и заместителем гендиректора по логистике Почты России Игорем Чебуниным. В начале января 2020 года в документе прописаны направления, места приема и доставки почты, а также перечень населенных пунктов Ненецкого округа, в которые почтовые грузы будут доставляться чартерными рейсами. Как пояснили в филиале Почты России, почтовые грузы будут отправляться в населенные пункты чартерными рейсами по мере накопления от 700 кг до 1 тонны. День холода в Ненецком округе будут отмечать один раз в 4 года. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению. Инициатором изменений в закон о праздничных днях и памятных датах Ненецкого округа выступил вице-спикер Матвей Чупров. Он также отметил, что законопроектом предлагается проводить этот праздник один раз в 4 года, учитывая общую направленность на защиту глобальных изменений климата на планете. По итогам обсуждения законопроекта комиссия рекомендовала комитету принять документ сразу в двух чтениях. Напомню, основной целью празднования Дня холода является привлечение внимания к уникальному арктическому климату, в том числе в связи с наличием проблемы глобального потепления климата на планете. В качестве официального праздника День холода, День Арктики был введен на территории Ненецкого округа региональным законом от 12 июля 2019 года.
На Ринмаре стартовал проект Центра поддержки гражданских инициатив «Календарь добрых дел». Это 12 всероссийских социально направленных акций, приуроченных государственным и международным праздничным датам. Темы акций разнообразные. Первая из них под названием «Мой выбор» прошла накануне и была направлена на профессиональную ориентацию школьников. Для знакомства учащихся Ненецкой средней школы имени Антона Пырьерки с одной из востребованных профессий современности откликнулась некоммерческая организация «Фонд экоразвития Ненецкого автономного округа». Ребятам рассказали про необходимость раздельного сбора мусора и способы его сортировки. Объяснили, для чего нужна вторичная переработка, что можно изготовить из вторсырья и как это сказывается на общей экологической ситуации. На Ринмаре состоялось торжественное открытие фестиваля «Одаренные дети Арктики», приуроченного к Дню российской науки. Мероприятие проходит уже в четвертый раз и проводится в рамках реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной президентом Российской Федерации. Ежегодно фестиваль собирает на своих площадках сотни одаренных школьников. Всего в этом году на базе 4-й школы организовано 13 площадок. Робототехника, занимательная грамматика, конструирование, головоломки и другие. На каждой из них учащиеся могли пройти тематический мастер-класс. Красновская школа представила на фестивале три площадки для юных полиглотов, химиков и историков. Цель фестиваля – одаренные дети Арктики, популяризация и пропаганда науки, знаний, выявления, сопровождение и поддержки одаренных детей и подростков Ненецкого округа. В течение 3 месяцев школьники Ненецкого округа примут участие в различных научно-исследовательских и творческих конкурсах, лекциях и тренингах. Например, ломоносовский турнир, авакумовские чтения, лингвистическая конференция «Я исследователь», конкурс чтецов «Живая классика» и многие другие. Итоги фестиваля «Одаренные дети Арктики» будут подведены в апреле, а победители смогут представить Ненецкий округ на всероссийском уровне. Мясопродукты выходят на межрегиональный рынок. В Архангельске состоялось открытие фирменного магазина с продукцией северного оленя. Колбасы, полуфабрикаты, консервы и, конечно, деликатесы. На витринах представлен практически весь ассортиментный ряд. На витринах представлена большая часть продукции Наринмарского мясокомбината. Работа по открытию торговой точки мясопродуктов в Архангельске началась сразу после ярмарки «Золотая осень» в Москве, где общество представило свою продукцию. В ходе мероприятия были достигнуты договоренности о торгово-экономическом сотрудничестве с представителями Архангельской области. Впрочем, Архангельск не единственный город, где будет представлена продукция северного оленя. Расширение филиальной сети мясопродукта – одна из основных задач по развитию предприятия, которая была поставлена губернатором Ненецкого округа Александром Цибульским перед руководством предприятия в конце 2019 года. 2020 год объявлен президентом России годом памяти и славы. В Ненецком округе продолжается цикл праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, в поселке Красное прошел творческий вечер «Муза Победы» в школе поселка Красное. Звучали песни военных лет, поэтические произведения в исполнении победителей конкурса художественного слова «Зеркало души». Одно из особо важных и торжественных событий вечера – передача «Капсулы времени». В нее вложено послание, которое потомки прочтут к столетию юбилея Победы. На этом череда торжественных мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею Победы, не заканчивается. В ближайшее время пройдет и в других населенных пунктах Ненецкого округа.